У нас на сборах обычно приезжают дети, с которыми работают тренеры. Дети, которые занимаются по несколько часов в день. Поэтому для них слово «художественная гимнастика» — это не какое-то там новое слово, да, и для них предметы гимнастические тоже достаточно знакомы. Поэтому на эту базу, которую дают ваши тренеры, да, мы можем наращивать сколько угодно, и за 10 дней тоже не обещаем, как сказать, не обещаем волшебства какого-то, потому что мы не волшебники, но все, что зависит, все, что в наших силах, мы обязательно даем дозированно и грамотно преподносим. Поехали. И раз, два, пять. И раз, поменяли. И два, пять.